В Нефтеюганской окружной больнице уже провели все необходимые мероприятия, касающиеся коронавируса. Организованы специальные боксы на случай поступления заболевших и обучен весь медицинский персонал. Кроме того, разработана схема санитарно-противоэпидемических мер. Врачи амбулаторно-поликлинической службы собирают тщательный эпидемиологический анамнез для дифференциальной диагностики. Также хочется сказать, что у нас плотное взаимодействие с органами Роспотребнадзора и станция скорой медицинской помощи. Вся информация по коронавирусной инфекции мониторируется ежедневно. За последние 7 дней ОРВИ заболели более 2000 человек. 6 нефтеюганцев подхватили грипп. Однако оснований для введения карантина в школах, по мнению медиков и Роспотребнадзора, пока нет. Ежегодно в феврале и март месяц идет превышение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Не стоит паниковать. На территории Ханты-Мансийского автономного округа превышение эпидпорогов зарегистрировано не только в городе Нефтеюганске. То есть это обычная обстановка. В округе как раз состоялось заседание президиума политсовета партии «Единая Россия». Кроме прочего, партийцы обсудили и вопросы здравоохранения. Владимир Семенов прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив при этом, что она вполне управляемая. Как и в случае с другими вирусными заболеваниями, дети, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет находятся в зоне риска. Самое главное – исключить панику и соблюдать меры профилактики. Врачи советуют носить маски, причем менять их каждые 2 часа, почаще мыть руки и по возможности избегать скоплений людей. Андрей Валикжанин, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».